2 мая стартовал новый проект либерального сообщества «Третий путь». «Будь сам той переменой, которую ты хочешь видеть в мире». Известное изречение Махатмы Ганди стало девизом международной молодежной учебной сессии, которая прошла в Страсбурге. Учебная сессия стала своеобразной площадкой для самовыражения и неформального обучения молодых активистов более чем из 15 стран Европы и Евразии, которых объединило сообщество «Третий путь» при поддержке Директората молодежи и спорта Совета Европы для обучения и реализации общественных проектов в области прав человека. Основной целью мероприятия стало обучение молодых людей основам управления проектами и неформального образования для создания и развития проектов в сфере прав человека в своих странах. Этот малыш, он родился, он уже имеет право на жизнь. Этот малыш, он может быть не гражданином никакой страны, но он уже носитель прав человека. Что право на что-то и обладание чем-то – это не тождественное понятие. The family. Anybody? We found out a slogan, which is protection, not submission, which is against domestic violence and gender inequality. Я хотел этим рисунком сказать, что если ты не можешь вернуться в родную страну по политическим мотивам, по каким-то преследованиям, то для тебя весь мир тюрьма. Представители Белоруссии, Эстонии, Швеции, Польши, Германии, Чехии, Македонии, Грузии, Армении, Украины, Греции, Румынии и других стран в течение 9 дней обсуждали проблемы прав человека, межкультурного диалога и национальной идентичности. Неформальное обучение было сфокусировано на основных гарантиях прав человека, на том, как грамотно защищаться гражданину от давления государства в постоянно изменяющемся мире. А почему эта женщина рожала естественным путем? У тех, у кого миопия, у меня тоже миопия, у меня слабое зрение. Но это не значит, что я не могу рожать. Я не могу естественным путем рожать, мне делают кесарево сечение. Отслоение сетчатки произошло в результате кровоизлияния, которое было получено в результате родов. На это не надо смотреть, там надо смотреть на юридические аспекты. В принципе, мы видим ситуацию, да. Ну, тогда ведь женщину до слепоты. Это правильно. Она рожала. Ты правильно, Оля, подожди. Одну секундочку, Оля, ты очень правильно сказала. Аня, можете, понимаете, говорить о том, что все люди, они рождаются изначально имеют право на жизнь. And divide into three groups. Is that a possibility? I think it's a good idea. But in this case, if she agreed to make an abortion, like if the doctor agreed to make an abortion, then the doctor will be punished. Знания, навыки, отношения. Три компонента, которые стали основой этого неформального образовательного процесса. Важным элементом методики учебной сессии был обмен опытом между участниками, который, по мнению авторов «Компаса», основной книги, описывающей принципы неформального обучения, помогает создать атмосферу доверия и выработать собственную позицию в области защиты прав человека. Особенностью мероприятия стало внимание к белорусскому контексту, в котором появились новые неполитические проекты. Международные культурные фестивали, создание образовательных интернет-ресурсов и многое другое. Участниками были разработаны и проекты международного характера, как, например, создание общества помощи одиноким матерям, инициированное участницами из Литвы, Украины, России и Грузии. Зачастую самостоятельные матери даже не представляют себе, что государство может защитить их права и каким образом. Так объяснила цель совместной деятельности Ирина Давыдова, участница из Украины. Наша задача – помочь им осознать это. Большой интерес вызвали и образовательные проекты для белорусской молодежи, в рамках которых предложено создать сайт-каталог возможностей в области европейского образования, школы молодых журналистов и семинары по новым медиа для молодежи из регионов Беларуси. Как отметила Надин Ламури, советник по образовательным вопросам Молодежного центра Совета Европы в Страсбурге, это уникальный проект, подобного которому Совет Европы никогда не осуществлял. Особенность его в том, что он состоит из нескольких последовательных частей. Учебная сессия в Страсбурге – первая часть. Далее участникам предстоит реализация их общественных проектов в своих странах при поддержке своих коллег и квалифицированных консультантов и тренеров. Поддержка участников будет реализована через интернет посредством электронной образовательной платформы Совета Европы,
сайта «Третьего пути» и популярных социальных сетей. И, наконец, летом 2011 года участники проекта соберутся вновь, чтобы оценить успешность своих начинаний и совместно построить планы на будущее. Важные итоги уже есть, убежден лидер сообщества «Третий путь» Павел Морозов. Ведь основное отличие этого мероприятия от ему подобных в том, что молодые люди получили не только реальную возможность обменяться информацией о положении в сфере прав человека в своих странах, не только расширить свой кругозор в неформальной обстановке, но и убедились, что их идеи и разработанные проекты получат шанс стать реальностью уже сегодня.